В Нарьян-Маре появится еще один ТОС. На предыдущей сессии горсовета депутаты одобрили границы территориального общественного самоуправления в поселке Мирный. В ближайшее время инициативная группа микрорайона начнет готовить учредительные документы. После того, как ТОС будет зарегистрирован как некоммерческая организация, он сможет участвовать в конкурсах и получить гранты. Выигранные средства можно будет направить на обустройство территории, проведение мероприятий и другие цели. Самое главное, у них мне понравилось направление работы, то, что они не то, что думают, что кто-то им даст, что-то даст там, что они там. Конечно, в грантах они будут участвовать, это планируют обязательно. Но самое главное, они будут прикладывать свой труд. Что они могут сделать? Они создали свою страничку ВКонтакте. Они уже общаются друг с другом ВКонтакте, на своей страничке. Они уже сдружились между собой, когда они организовали ТОС. Это уже пятый по счету территориальный общественный орган. Они уже есть в Старом аэропорту, Качгарте, Малом Качгарте и Сахалине.